Река Нарова, 6 января, канун Рождества православного. Рыбачить едем. Вот такая вот суровая эстонская зима. Ничего не поделаешь. Шкипер. Каптен. Ладно, я буду шкипер. Айсберг. Оплываем айсберги. Да. Тут еще один походу. А впереди, смотри, 4 штуки аж. Так что вот так вот. Охота пуще неволи. Если уже зимы нету, ё-моё, так хоть так вот выйти поспиннинговать. Да-да! Ну, там маленький кусок попался. Ох ты, ё-моё! Ты смотри, это сейчас как Титаник на дно пойдем. Бортом прошли. Последний раз мы были здесь в ноябре. В начале, где-то около 8-10 числа. Не, ну, по-моему, 12 мы были, да? Ноября. Ну, тогда у нас ничего не было. Попробуем сегодня что-нибудь. Все, ладненько, пока прекращаю репортаж. Продолжим чуть позже. Пойдем вон туда, у красивые места.